еще одна ошибка. И что, нет положения вне игры. Матри выходит один на один с вратарем. Матри, удар, гол! 2-0 в пользу Ювентуса. Алессандро Матри. И его шестой мяч за эту команду перешел в зимнее трансферное окно и проявил себя как снайпер, как настоящий снайпер. И сейчас улучил момент. Поймали на попытке создать искусственный офсайд футболистов Ромы. Гости и забили второй мяч. 2-0. И что, снова Гроссо отдавал передачу из глубины. Две голевых передачи на счету Фабио Гроссо. И блестяще ими воспользовались Милош Красич и Алессандро Матри. Задержался Жуан, задержался и мог уже не размахивать руками. Это он виноват в том, что команда пропустила. Да. Мы его раз видели у чужой штрафной. И две голевые передачи на счету Гросса. Вот это вот пас номер два на Алессандро Матри. А была еще и третья передача, помните?